Приветствую всех друзей канала Farnax Film. Я нахожусь за кулисами конференции компании Теплодар. В этом году они не участвуют в центральных выставках, но проводят конференцию для своих дилеров. И на этой конференции покажут очень много интересного оборудования, которым будут радовать нас в этом году. Новинок очень много, новинки все очень разные, и есть даже то, чего, наверное, никто не ожидает от компании Теплодар. Всю информацию об этой новинке мы увидим чуть позже на канале Farnax Film. Буквально в двух словах расскажу о том, что нас ждет, какие новинки компания Теплодар представит в 2021 году. Это расширение линейки банных печей Былина, появится большая и маленькая. Новая газовая печь, целиком газовая печь для бани. Ну, естественно, куча котлов. Это обновленный Cooper Expert и новый Cooper Pro Turbo, полностью с автоматикой. Новая электрокаменка Steamline. Печка с водяным контуром. Да, это по сути полноценный котел Top Aqua. Такая нишевая печь, отопительная, длительного горения. Но еще на ней можно готовить в казане. Ну и парочка обновленных котлов Cooper, Cooper Practic и обычный Cooper. Теперь он будет выглядеть вот так. Самое интересное, это то, что скрыто под покрывалом. Об этом, дорогие друзья, смотрите далее на нашем канале. Производство печей для бани для компании Теплодар – это историческое направление, которое, собственно, и послужило стартом для деятельности компании. Не так давно в их линейке появились чугунные банные печи «Былина», и были они представлены только двумя модификациями. Базовыми модификациями – это «Былина-сетка» и «Былина» в классическом конвекционном исполнении. Но сегодня компания представляет еще две новинки из этой линейки. Это «Былина-12», самая маленькая, небольшая банная печь, и просто огромная «Былина-24». Она поражает своими размерами. Ну, а в принципе, во всем остальном она похожа на свою предшественницу «Былину-18». Еще из банных новинок будет вот такая печь. Называется она «Эльма». Это целиком... Это печь, для которой основное и единственное топливо будет газ. В скором будущем сюда смонтируют газовую горелку, приедет конструктор, который разрабатывал эту печь, и подробно нам о ней расскажет. Еще одна новинка – это электрокаменка Steamline. Довольно симпатичная, очень необычно выглядит. Рассчитана на объем помещений до 8 кубов. В комплектации пульта нет. Можно будет подключить абсолютно любой пульт разных производителей, в том числе и теплодаровский пульт. Также, когда мы встретимся с конструктором, обязательно узнаем обо всех подробностях по этой печи. Ну а дальше рассмотрим, что же из отопительной тематики представляет компания Теплодар в этом году.